Христос воскресе! Воистину воскресе! Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с продолжающимися пасхальными днями, с сегодняшним праздником, в честь святых жен Мироносец, о котором я сейчас говорил в храме на проповеди. И вот сейчас мы собрались здесь, на нашей площади, чтобы почтить этот праздник трудами нашей воскресной школы, нашего хора, который очень хорошо поет в последнее время и радует нас своим песнопением, и даже полностью поет всю божественную литургию. Сейчас, дорогие братья и сестры, наш праздник будет совершаться по следующему сценарию. Вначале небольшой концерт, после концерта награждение всех участников и победителей пасхального конкурса, а затем будет проведена спартакиада на площади нашего храма, в которой всех вас принимаем принять участие. Размещайтесь и наслаждайтесь тем, что вам предлагает наша воскресная школа. Христос воскресе! Аминь!